Поближе познакомиться с театром через нумизматику смогут и зрители Чехов-центра. На втором этаже учреждения открылась фотовыставка коллекционных монет. Они посвящены важным вехам в истории оперы, балета и театра. Всего в экспозиции представлены 19 полотен с монетами. Их чеканили с конца 20-го по начало 21 веков. В России их стали выпускать с 1989 года. Впоследствии коллекционных экземпляров создали больше сотни. На них изображали известных балерин, писателей, композиторов и всемирно известные театры. В основном такие памятные монеты делали из драгоценных металлов – золота, серебра и платины. Данные монеты выпущены ограниченным тиражом, поэтому в оригинале их можно увидеть только в Музее Банка России и в частных коллекциях. Поэтому в целях исторического финансового просвещения Банк России регулярно стал проводить выставки вот таких фотополотен с высококачественным изображением монеты, на которые посетители смогут в мельчайших деталях разглядеть все тонкости работы художников-медальеров. Чехов-центр всегда очень рад каким-то новым коллаборациям. И когда она к нам обратилась, Сахалинское отделение Банка России, с предложением выставки фотокопий монет, мы с большим интересом откликнулись, тем более, что сама выставка называется «Магия театра». Ознакомиться с достоверным изображением коллекционных монет гости Чехов-центра смогут до конца октября. Выставка доступна зрителям спектаклей.